Это тренинг для учителей школы в Северном Техасе. После трагедии во Флориде, которая унесла жизни 17 человек, они учатся быть во всеоружии, в буквальном смысле этого слова. Тренер – бывший полицейский. Учителя говорят, что им нужны такие уроки. Иногда страшно, конечно, но мы хотим сделать все возможное, чтобы школы были безопасны. Ты никогда не знаешь, что может случиться, и лучше быть к этому готовым. Бывший полицейский Тим Бюло возглавляет Академию оружия в Техасе. За его плечами 30-летний опыт работы в правоохранительных органах. Учителям я преподаю впервые. Обычно мы тренируем полицейских, спецназ или коллег из других стран. Тренинг идет целый день. Присоединиться к нему может любой школьный округ. Тим Бюло и его коллеги преподают на волонтерской основе. Своего времени и опыта им не жалко. Главное – помочь сделать школы безопасными. Мне хотелось бы, чтобы учителя и полицейские работали вместе. Сейчас получается, что не мы принимаем первый удар, а они. Если учителям разрешат иметь при себе оружие, я буду к этому готова. Учитель Джереми Паркер тоже пришел на тренинг в память о своей племяннице, которая погибла в школе Сэнди Хук. Каждый день мы думаем о ней, и каждый раз я спрашиваю, а что если... Но я стараюсь держаться и жить так, как она считала бы правильным. Джереми Паркер признается, надеется, что навык стрельбы ему никогда не пригодится в жизни. Я, наверное, и в класс не буду оружие брать, если это, конечно, вообще разрешат. Это просто одна из тех вещей, к которым нужно быть готовым и понимать, как использовать оружие. Инструктор Тим Бюло говорит, что его первый в жизни тренинг для учителей вызвал огромный отклик и поддержку. Возможно, скоро он проведет еще один.